Голдбой. Приятно. Чем выступали? Как ощущения? Вообще шикарно, просто ощущаю. Шикарный, вот зал просто офигенный. Шикарная. Это тоже, как же без этого? Все можно так надо. Ну, относительно да, вроде бы, да. Наверное, зачем? Ну, может, если что-то пошло не так, то даже... Так надо было. Какие впечатления от Тотема в целом? В прошлом году было лучше. Все отлично. Мне очень нравится. Я первый раз тут, но мне все равно очень нравится. Фестиваль это вообще шикарно. А вот тут... Да, это очень весело, круто. И вообще советую всем от Тотема приходить в следующем году. Что вы скажете про следующую серию Fallout? Вообще шикарно. У нас, короче, тут есть такой офигенный фанат. Ваня! Ваня, иди сюда. Ваня. Вот он вам расскажет про Fallout. Расскажи про Fallout 4. Fallout 4? Да. Это шо? Fallout 4 выйдет 10 ноября в этом году. Да ты тут! Лирическое отступление. В общем, это будет очень шикарная игра. Мы все ее ждем. Как раз к выходу мы подготовили косплей. Да, костюмчик, костюм, тему, все нормально. Да. Слава Украине! Слава Украине! Пожелания зрителям. Приходите на АТОБы, обязательно, будет весело. Да. Играйте в Fallout. Предзаказывайте Fallout. Пейте Нью-Ка-Колу, обязательно, не ребята. Не покупайте Пепси, Пепси, нет, нет. Становите места в убежище.